Сегодня приготовим куриную ветчину варено-копченую. Для этого нам понадобится куриное филе и мясо окорочков. Это вот такие мясо ножек, ножки разделанные. Сняли мясо, вот так оно в таком виде продается в магазине. Можно разделать самому ножки, можно взять мясо бедра. Ну, то есть надо 50 на 50 филе и какое-то мясо с ног. Так, сейчас все это дело нарезаем на кубики 20 на 20 миллиметров. Вот так вот выглядит наше порезанное сырье. Сейчас вносим воду, соль и хорошенечко вымешиваем. Соль и воду размешали, вода хорошо впиталась. Теперь все высыпаем в пакет, выгоняем воздух, плотно завязываем его и отправляем в холодильник на одни сутки. Куриный фарш провел сутки в холодильнике. Так он выглядит. Сейчас 35% от этого фарша пропустим на мясорубке. После помола фарш приобрел вот такой вид. Вот. И сейчас будем добавлять туда специи и хорошо вымешивать. Специи вымешали. Вот такой у нас фарш получается. Более однородная структура, очень вязкая. Сейчас это будем все набивать коллагеновую оболочку 80 мм. Перед этим оболочку на несколько минут в теплой воде замочим. Набили вот такой вот батон. Здесь примерно 1 килограмм. Вот, завязали, здесь сделали петли для подвешивания. И отправляем этот батон еще на сутки в холодильник. Колбаса провела еще сутки в холодильнике. Теперь начинаем термообработку. Включаем в духовке 60 градусов, конвекцию. И будем отеплять колбасу до 40 градусов внутри. Ветчина хорошо прогрелась, просохла. Достигли внутри 40 градусов и теперь будем начинать копчение. Коптить будем при 85 градусах на ольхе примерно 1,5 часа. Копчение окончено. Колбасу перенесли опять в духовку и начинаем паровую варку. Вливаем в поддон крутой кипяток, включаем 80 градусов в духовке и будем доводить температуру внутри батона до 70 градусов. Куриная ветчина после термообработки отдохнула в холодильнике ночь. И вот что у нас получилось. Вот такой цвет копченый, нежный. Вот такой вот у нас срез. Вот. Напомню, что здесь использовалось мясо куриных ножек. Поэтому в них много коллагена. И вот появление вот таких вот гелевых пор. Этот коллаген выделяется и мясо обволакивает. В конце концов оно все застыло. Плотность у колбасы отличная. Все хорошо.